Дорогие друзья, всем добрый день. У нас сейчас карта Ветреная долина. Это такой лабиринт, на котором, как бы, по идее, должны тащить метатели. Но они не каждый бой встречаются. Наверное, из-за того, что тут мод «Злой робот». А метателям робота, ну, так себе, трудно убить. Если ты плохо затимишься, это прям вообще unreal. Поэтому тут еще тащат ближники. Булл, Шелли, Эль Прима там. Ну, конечно, примат реже встречается, чем Шелли, да, допустим. Также Леон, но он универсален вообще под все карты, я считаю. Ну и, собственно говоря, к чему я это? К тому, что у меня и метатели, и ближники уже все на 500 кубков, за исключением одного персонажа. Это Дэрил. Естественно, мне придется сейчас на нем играть. Я хочу сказать, что Дэрил — это самый худший ближник, самый худший персонаж в этой игре. Мне не нравится ни урон его, он очень слабый урон выдает. Мне не нравится его пассивка, мне не нравится его ульта. Мне, блин, вообще Дэрил не нравится. Напишите в комментариях, что вам нравится в Дэриле. Ну, я попытаюсь себя убедить в обратном. Я помню, мне Петя говорил, что, ну, это не так, Дэрил крутой. И Петя других персонажей приводил в пример, которые считают худшими. Но для меня Дэрил худший. Давайте мы сейчас проведем такой вот опрос в комментариях. Напишите в комментариях, какой вам персонаж больше всего нравится, которого вы считаете лучшим в этой игре, и которого, ну, прям, ну, вообще, фу, худшего. Мне будет интересно почитать. Я вот затрудняюсь с ответом, кто лучший бравлер в игре. Но вот худший, блин, наверное, Дэрил. Ну и сейчас мы на нем поиграем. Ставьте лайк, подписывайтесь и погнали, попробуем хоть кого-то выиграть. У меня было 8 банок на Дэриле. И я проиграл Леону, у которого 2 банки. У меня 8, а у Леона 2. Ну почему? Танк? Ну, может, он не танк, но он ближник, да? Но почему ближник проигрывает Леону? Я понимаю, Леон легендарка. Да и херен бы с ним. Но количество банок-то должно иметь какой-то приоритет. Так, хорошо. Меня чуть ПМ не отымело. Да вообще, меня любой отымеет. Так, забираем эту... Ой, убегаем сейчас. Да ему даже ульту придумали, как самому слабому персонажу. Убегай, убегай, ты никого не выиграешь. Просто намекает на то, что тебе не нужен урон. Ты Дэрил, ты сыкунявый персонаж, ты должен убегать всегда. Хотя бы сделали дистанцию ему, как у Шелли, чтобы... Ну она, хотя она практически как у Шелли, но все равно мало. Все равно мало. Урон вообще, фу, я не люблю... не люблю. Ну вот, если это ближник, да, это считается типа дамагером, нет? И я не люблю вот с таким маленьким уроном играть. Ух ты, блин. Это как, я не знаю, это как с маленьким писуном жить. Ну это... Серьезно. Ну Дэрил, ну что вы с ним сделали? Раньше у него была еще хуже ульта, чем сейчас. Раньше он об стены ударялся, у него меньше была дистанция... Вот это движение его на ульте. Сейчас ему сделали ульту на самом деле получше немножечко. Но все равно это не то. Я считаю, что Дэрила немножко нужно улучшить. Так. Хорошо. Пока там БК гоняет робот, мы постоим в кустах. Понаблюдаем за этой картиной. Сейчас попробуем, кстати, забрать у него и банки, и робота. Это, кстати, сейчас хороший ход от меня был. Вам не кажется? Смотрите, у меня 7 банок. По идее, это топ-1. На любом ну, практически на любом персонаже, если бы я имел сколько банок, я бы вообще не парился, потому что, ну, фак, 7 банок, согласитесь, это много. Но не с Дэрилом. Не с Дэрилом. Не в его случае. Бля, тихо-тихо, пацаны. Пацаны, по-братски, пацаны. Тихо. Так. Отстали, наконец-то. Так, хорошо. Я убегу. Я взял топ-1. Чудо, о чудо. До этого и на стриме я пытался, и до этого я играл. У меня ни хрена не получалось. А сейчас вы видите, на видосик постарался. Но это не меняет мое отношение к Дэрилу. Он все так же для меня скучный, такой себе. Но опять же, это я сейчас сугубо по ШД его берусь судить. Если в 3 на 3, я думаю, что с какой-то тактикой, и, конечно, возможно, он хорош. Допустим, в том же сейфе, да? Опять же, Петя мне рассказывал. Ух ты, бля, ух ты.
Петя мне рассказывал, как они выносят сейф, там тактика рикошет, рикошет, метатель и Дэрил. У Дэрила задача была залететь, или Кольт, допустим, у Дэрила была задача залететь в сейф вовремя, да, и просто колбасить его. Ну хотя, опять же, а чем Булл хуже? Ну Булл, я не вижу просто приоритета, вот чем он лучше от Шелли, от Примата, от Булла, чем? Он практически как Булл, у него такая же ульта, только он херово дамажит. Не, слушай, ну, ты, конечно, молодец. Но ты меня немножко раздражаешь, потому что, ну, ты Пайпер, какого ты хрена делаешь в лабиринте? Пайпер, скажи мне, пожалуйста. Пайпер, я же тебя теперь не выпущу отсюда. Я теперь тебя зажмусь тут. Я понимаю, что у тебя есть ульта, но так у меня тоже, не забывай, она копится сама по себе. А, ну да, фишка его еще в том, что можно не дамажить, и ульта сама по себе накопится. Не, ну, от Пайпера сейчас сдохнуть, это было бы вообще... Хотя я мог сдохнуть, реально, мне чуть Пайпер не вынесло, господи. Как же я себя ущербно чувствую на этом персонаже. Ну, по крайней мере, смотрите, уже пятое место как минимум у меня есть, да? Так, потихонечку поджимаем. Так. Ой, не туда ульту слила. Ай-яй-яй-яй-яй, как же так? Так, забираем. 10 банок у Шелли, ну, не варик вообще. Ой, нифига себе, прикольно, слушайте. А как так получилось? Я думал, все, это без вариантов. Блин, сейчас робот будет появляться. Надо ее выгонять. Надо ее выгонять, потому что робот, чтобы сагрился на нее, а не на меня. Смотря где, конечно, робот появится. Ну, хотя, урон, видите, с такого расстояния небольшого выигрывает Дэрил, а не Шелли. В этом плане, конечно, хорошо. Опять топ-1? Да что ты будешь делать, блин? Мне придется хвалить этого персонажа. Реально. Я хочу сделать скрин. Оп, вот так вот. Вот так вот. Ладно, едем в следующий поединок. Не, ну. Может, отыграл хорошо, не знаю. Но мне правда не нравится Дэрил. Есть еще Фрэнк, да? Он считается ближником. Ну, Фрэнк, наверное, не, чуть-чуть это другой персонаж. Это уже сплэш-урон. Это немножко другое. Так. Ладно, не будем бодаться с Шелли, пускай... О, хотя вот сейчас можно пободаться. Вот сейчас можно. Робот, только не за мной. Фак. Он за мной побежал. Сагрись на кольта, отлично. Теперь на Шелли сагрись. Как идиот, да, сейчас, короче, ну ладно. Классная, да, робота перекинул. Так, ну я буду, короче, бля. Поражение первое, да? Не, плюс один. Это ж пятое место. Плюс один. Ну окей. Ну это ж 300 кубков, опять же, я хочу обратить внимание. 300 кубков. Ладно, мне будет интересно почитать ваше мнение. Я, в принципе, знаете, меня можно переубедить, если, допустим, это не так. Но мне он лично, вот объективно, не субъективно, не нравится. А куда два бойца уже делось? Только начали, уже минус два бойца. Прикольно. А можно, пожалуйста, не преследовать меня? Бродяга ты, блин. Отстань. Реально, отстань. Так, о, воробушек. Воробушка можно... Хотя, мне кажется, воробушек мне даже один на один выиграет на ближней дистанции. О, а что тут Кольт делает? Привет, Кольт. Так, да нет, не выиграет. Но это ж с пассивкой, да, опять же, это я с пассивкой. Без пассивки я бы больше урона получил. Так. Блин, вот реально, вот на видос прям как будто имба персонаж. Играю так вообще, выношу всех. Вчера на стриме, блин, каждый второй меня зажимал. Кому не лень, выигрывали меня.
Так. Ой, робот. Давайте попробуем с роботом закуситься. Так, 3 бойца осталось. Примат остался и Шелли, я так понимаю, да? Ну, сейчас, короче, робота немножечко поколбасим. Оф, примат 11 банок. Хорошо. Примат, блин. Хорошо. Ну, давай, давай, хотя бы пассивка зарешай. Неплохо, друзья, неплохо. Пассивка на самом деле немножечко решает. Немножечко, да? Да ну. Слушайте, может я зря на него наговаривал? Как всегда, в конце ролика я меняю свое мнение. Ну правда, я хз. Э, бля, ты чё? Вот это попадос. Хотя давайте вынесем его. Возвращаемся. Бля, ну он, короче, хитрец. Да, сука, бля, не, ну он, я не знаю, как он на меня перекинул робота, мудак, я бы его выиграл. Робот, блядь, сагрился на меня, придурок вообще ненормальный. Ребята, к концу ролика я понял то, что он не так уж и плох, как мне он показался. То есть, если так поиграть на нем, да, то есть, немножко, ну, что-то в нем есть особенное. Ну, все равно это не меняет того, что он, наверное, худший в своем классе ближников. Я думаю, что, без сомнений, Шелли это просто, это претендент на топ-1. Дальше я, наверное, выделю Була, потом идет Примат, ну а потом аж идет Дэрил. Короче, мне понравилось, как я отыграл, мне понравились катки сегодняшние, не знаю, как вам, напишите в комментариях. Ну и давайте напишем свой топ персонажей в игре Brawl Stars. От худшего там к лучшему, или не надо там расписывать всех, окей. Напишите, какой персонаж вам не нравится, а какой вам прям вообще прям заходит. Мне будет прям интересно почитать. Ну, естественно, наверное, будет приоритет в легендарках, но... Ну, я имею в виду из лучших, да, там будете выбирать Спайка, Леона, либо Кроу. Но хотелось бы, конечно, аргументации каких-то и посмотреть, может кто-то там любитель, не знаю, за Кольта пошпилить. Да, или там за Брока, Мастер, Фломастер. Короче, пишите в комментариях, я почитаю их. Спасибо вам за просмотр, ждите новые видосики, они будут совсем скоро. До новых встреч, увидимся, пока.